Три недели прошло с того момента, как ребята прибыли в войсковую часть и сменили привычную одежду на зеленый камуфляж. 26-летний Евгений Миренков еще совсем недавно преподавал в Костюковичском лицее, а уже сегодня клянется защищать родину. Молодой человек научился азам армейского быта, успел пострелять из боевого оружия и почувствовал вкус воинской службы. В армии служить абсолютно не всякость. Главное выполнять все задачи, которые ставят командиры. Вырос уровень дисциплины. То есть и, так сказать, товарищеский дух появился. Если товарищ чего-то не может, то ты ему должен всегда помочь. То есть нету такого, чтобы индивидуализма. Все в коллективе. 55 новобранцев стоят на плацу по стойке смирно. По традиции текст торжественной клятвы зачитывается перед строем. Каждый должен знать его наизусть. Но если переволновался, в помощь красная папка. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь. Служу Республике Беларусь. Произнесенные вслух слова ко многому обязывают. Для ребят начинается настоящий армейский путь со своими трудностями, радостями и возможностями. 83-й полк – единственная часть в республике, которая поддерживает аэродромы в постоянной готовности и обеспечивает полеты авиации. Здесь получают уникальную специальность, и от работы военнослужащих зависят жизни летчиков. В этот день в строй становятся тысячи защитников, которые в свое время, если оно такое и настанет, не пожалеют ни здоровья, и даже жизни. Поэтому я хочу сказать, что уже в этом контексте можно говорить о том, что это очень важный праздник именно на уровне государства. В день присяги в расположении части многолюдно, как никогда. Мамы и папы, родственники и друзья, любимые девушки и жены смотрят на новоиспеченных солдат, не сдерживая эмоций. Для каждой матери полтора года это будет, наверное, бесконечно. Для кого-то это быстро пролетит время, а для меня это будет очень долгий срок. Но буду ждать сына целым, невредимым, возмужавшим, легкой ему службы. Последние несколько недель парни учились строевому шагу и обращению с оружием. Именно эти навыки понадобились для самой интересной части торжественного марша. Под музыку оркестра весь состав части проходит по плацу. Ровный строй, четкий шаг и синхронная отмашка рук. После присяги у защитников Отечества полдня на увольнение, чтобы побыть с родными и лишний раз посмотреть на гражданскую жизнь. А в ближайшие месяцы – учения, боевые стрельбы, освоение военной и специальной техники. Елена Кутузова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.